У меня мысль такая гениальная возникла в свое время, тоже там что-то рассуждал вслух, и вдруг возникло, что в театре встречаются навсегда и делают на время. А в кино встречаются на время и делают навсегда. Темы-то не новые, их тем, знаете, уже они все не новые после Гомера, понимаете? А все в «Одиссее» написано, все темы наши, предстоящие, какая была, все описаны, они все, как семь нот. Это старый анекдот, когда две крысы сидят в кинохране, знаете, грызут пленку. Грызут пленку, и одна крыса другой говорит: нет, сценарий был лучше.